Вообще все странно. Мы были в Москве, когда в жаре везде самое 38-39, у нас был концерт. Там пришло несколько человек народу. Но как они купались вместе с нами, боже мой, это же сказки, это так было приятно. Если честно, я думала, что сегодня тоже никто не придет. Правда? А вы пришли, для нас устроили праздник, и нам это приятно, это сказки. Мы верим в чудо. Чудо бывает. Обычно я вам скажу так, ребята, а потом и ездим. Чудо бывает, знаете где? Только у нас в Питере. Это настоящее чудо. Солнце светит в спину. Солнце светит и